Фильмы детства – это всегда теплые и приятные воспоминания. При повторном просмотре, даже много лет спустя, они неизменно влекут за собой ностальгическую волну эмоций, чтобы мы могли на какие-то пару часов вновь ощутить себя детьми. И судя по количеству просмотров первой части этого топа, вы с нами солидарны. Всем привет, друзья! С вами Scary Movie, и это вторая часть подзабытых фильмов из нашего детства. Поехали! 10 место. Инспектор Гаджет. Сходу наступаю сам себе на горло. Насколько мне этот фильм нравился в детстве, настолько я боюсь пересмотреть его сейчас. Но во времена, когда о слове «тюнинг» я еще и знать не знал, эта история про неприметного охранника, который волей несчастного случая превратили в суперкопа, зашла на ура. 9 место. Три ниндзя. Джеффри, Майкл и Самуэль – братья, и на первый взгляд они ничем не отличаются от своих сверстников. Но на самом деле они уже довольно неплохо владеют боевыми искусствами. Дело в том, что их родной дедушка Мори Танака – высококлассный мастер восточных единоборств, который уже на протяжении нескольких лет занимается тренировками внуков. Идеальный фильм для ребенка, который рос на боевиках 80-х и 90-х. Ведь смотреть на то, как твои сверстники раздают на орехи горе похитителям, в свое время вызывало неподдельный восторг. 8 место. Богатенький Ричи. Будучи единственным наследником богатейшего состояния мистера Рича, его сынишка Ричи живет в мире немыслимой роскоши. У него есть все, о чем может мечтать мальчик этого возраста, все, что можно купить за деньги. Но этой тепличной жизни грозит опасность. Управляющий домом семейства решает избавиться от своих хозяев, чтобы прикарманить все их состояние. Однако мальчик обо всем узнает, и теперь ему вместе с новыми друзьями предстоит разрушить планы мошенника и спасти своих родителей. 7 место. Трудный ребенок. Бен Хилли и его жена Фло, стремящиеся пробиться в высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное и забавное 7-летнее существо. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын – маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар. Хотя и очень смешной. 6 место. Остров головорезов. Отважная дочь пирата Морган Эдамс жаждет отомстить за своего отца, погибшего от рук собственного брата. Ей досталось в наследство треть карты острова головорезов с обозначением места, где спрятаны несметные сокровища. Чтобы добраться до них, Морган набирает команду из старых боевых товарищей отца. Это приключенческая авантюрная лента в лучших традициях жанра. Морские сражения, реющий над палубой веселый Роджер, ветер в соленых парусах и даже забавная обезьянка на плече у главной героини. Что еще нужно для отличного фильма о пиратах? Ну, кроме капитана с птичьей фамилией, само собой. 5 место. Тень. После пребывания в буддийском монастыре бывший беспощадный правитель огромной наркоимперии, а ныне добропорядочный гражданин, скрыв свое лицо под маской, борется со злом в самом страшном городе мира – Нью-Йорке. Но у него появляется соперник не менее могущественный, чем он сам – потомок Чингисхана, стремящийся подчинить себе весь мир. Выйди фильм с таким синопсисом сейчас, можно было бы вполне резонно охренеть, но в 90-х засилье супергеройских фильмов на экранах не было и близко, а эта лента еще и способна была заинтриговать, а где-то даже и напугать. 4 место. Майор Пейн. Майору никак не присвоит звание полковника по одной причине. Он умеет только убивать и ни на что другое просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки. Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. Ленту, подарившую нам вагон и маленькую тележку мемов, особо на Западе не жалуют. То ли дело у нас. А вы слыхали сказку про маленький паровозик, который смог? Третье место. Освободите Вилли. Касатка, или как его называют, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых добрых родителей, и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Там-то и случится судьбоносная встреча трудного подростка и кита-убийцы, которая очень сильно повлияет на жизнь обоих. 2 место. Ловушка для родителей.
Юная Холли Паркер живет в солнечной Калифорнии с самым замечательным отцом на свете, а ее ровесница Энни Джеймс в туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, чтобы у нее был папа. Когда девочки случайно встречаются в летнем лагере, им есть чем поделиться друг с другом. Но помимо общих горестей, между Холли и Энни существует еще одно сходство. Они близнецы. Их родители развелись много лет назад, и девочки решают исправить эту трагическую ошибку. Первое место. Кто подставил кролика Роджера? Частный детектив потихоньку спивается и попутно расследует загадочное преступление, в котором главный подозреваемый – мультипликационный персонаж кролик Роджер. Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка. Шикарная лента Роберта Земекиса, которая получила целую охапку престижных наград. А мы, в свою очередь, яркие и незабываемые эмоции детства. Так уж вышло, что и в этот ролик у меня не получилось уместить все фильмы, о которых хотел вам рассказать. Видимо, третьей части все-таки быть. Не забывайте подписаться на канал и наши соцсети. Все ссылки в описании. Смотрите только хорошее кино. Пока!